Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии за Хубилай Хана китайского Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с новым режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Руинка может давать бесплатную технологию, то есть полностью? Так, да. Может, она у тебя была ускорена? Нет? Нет, не ускорена, мне вот просто одна бесплатная технология. Мапуче предложение. Будь здорова. Нубия предложение. Шотландия предложение. Так. Испанец предложение. Орошение открою, дальше пойдем в деньги. Так, тут поставлю наконец на создание. Ну, открывайся! А, вот это. Так. Ну! Я начинаю буду поставлю. Это уберем и строителей. Видишь? Ты мне говоришь? Шотландия. А. Я не вижу метки твои. Видишь, тебе показывал. Вот, сюда. Так, интересно, а где в Пекине лучше всего кампус будет сделать? Ну, надо дождаться открытия кампусов. Я пока не понимаю, где там может быть хороший кампус. Я не вижу. Он всем ее даже открыл. Первое в мире промышленное производство. Так, тут у нас... В общем, там, где мой праздник стоит, туда и поставим. Есть на чудо. Давайте, может, поставить чудо и строить этот. Вот сейчас закончим прачника и начну оракул. Вот сюда, наверное. А, вот здесь вообще, я хочу посмотреть, где у нас будет кампус. Я пока не понимаю, где мне кампус в столице ставить. Тогда можно еще театралку будет налево подумать. Наверное, сможем. А, я увидел желтенькое. Вот сюда, да. Здорово, без Путин. Привет. Мапуче предложение. Вот испанец, куда мне лучше идти? За Мадрид или за Севилью? За Мадрид не ходи, лучше за Севилью. А чё не ходить за Мадрид? Прям сразу захотелось туда пойти. Ну иди, там тундра одна. Поплутаешь. Поплутаешь. Хотя что туда, что туда, там не смысл. Так, тут у нас уже работают святилища, да? Три еды. Мне счастья не хватает. Эти три еды. Тоже нужен строителя после. Так, просто давайте смотреть, где у нас кампус. 2, 2, 3. Бля, не. Не ругайся. Пока не могу. Так, ну кампус 3.
Подожди немножко. Я бы сюда ставил, даже убирая... Ну, а давайте туда оракул. Так. Теперь... Сколько у нас там посилы стоят? 95. Ну, я здесь куплю сюда, здесь я куплю сюда. Я считаю, что вот эти места мне надо быстрее заселять. Давайте я, наверное, может, за деньги уже рабочего куплю. Так, давайте я вот тут встану. Ты болото вырубал, так. Как я смог насквозь пройти. О, а кто Ватикан захватывает? Я, Мапуча. Он очень близко ко мне. И места тут нет. Что выбора тут не было. Ну вот. Мы с китайцами религиозные государства. А можно вот эту закрыть хрень наконец? Что поделать? Жить хочется, поэтому придется убивать. Почему... Кто протестантизм успел основать? Что? Кто протестантизм успел основать? А, протестантизм? Ну как ты думаешь, если у нас в игре Испания есть? Конечно, Шотландия. Не, ну Испания обычно... Но... Стоп. А, то есть второй проект ты Так, следующим ходом будем уже покупать посела. Не знаю, как его защищать пока, правда. Стоит на чудеса, на строителей. Вот на юнитов можно было бы убрать, ну, конечно, уже. Ни одной руинки, еще раз повторю. Отличная игра. Нуби, а ты можешь... А что ты убрал метку, где ты город хотел ставить? Ты типа решил, что я запомнил, да? Окей, я поставлю. В смысле, я не ставил никаких меток тебе. Нуби? А, это Мапуче ставил? Да, да. А, это ты ставил. Ну, у меня, если без этой метки, будет 5 городов всего, поэтому... Мне кажется... Ты знаешь, ты, конечно, можешь поставить, но судя по тому, как я расположен на Нубе, мне кажется, мы так расставим города, что у тебя будет отвал... Ну, как хочешь, конечно. Ну, пока минус 3 там показывается, не знаю. Сейчас еще Ватикан заберу, будет еще меньше. Не знаю, мне кажется... Ну, ладно. Так... Пекин, наверное, давайте. Хотя пускай вырастет. Так, Чэнду у нас чисто производство. Так, у меня тут нигде не залочено ничего. Вроде нет. Так, и здесь тоже можно чисто производство. А когда клетка добавится? А, следующим ходом. Отлично, и рабочий появится следующим ходом. Пойдем обрабатывать пряности. Так, блин, торговца надо купить, во. Торговца и деньги ускорить. Классное наводнение. Смыло коня и смыло производство. Чисто как этого исследователя использую рабочего. Слушайте, а может торговца просто построить здесь? Сколько он строится? 3 хода. Нет, долго. Я бы тут лучше священное место начал строить. О, на плюс 3 как раз. А, мне на реке надо, по-моему, нет? Подожди, это пантеон на реке, если ставить. Нет, тогда не надо. Тогда просто тут. Ставим священное место. Торговца купим.
Причем, наверное, в Пекине и за деньги. Так, в Чэнду покупаем посела. Блин, мне бы вообще-то в теологию. Вот так, и мне бы так, 6 ходов, как бы мне так ускорить на самом деле. Да, правильно, я в Пекине купил, но надо на производство будет сейчас поставить караван куда-нибудь. Испанец, а у тебя где-то есть рядом ГГшка? Ты говорил, что ты одну нашел. Она далеко. Идти вниз, 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 вниз. Потом да. То есть у тебя много места вниз? Ну там тундра. Места-то есть, но там плохие. Так, объединяем и прёмся сюда. Убьем, убьем, ускорим стрельбу из лука. Так, на производство куда? Да, никуда. В Чэнду, значит. Ну, на один ход ускорили оракул. Тоже неплохо. Так, сейчас хоть счастье немножко появится. Тут совсем что-то печально. Я, скорее всего, буду с испанцем караваны пускать, поэтому я хочу его в первую очередь исследовать. Я хочу с ним союз заключать. Потому что горы тут как-то воевать. Ну, наверное, он нападать хочет на кого-то. Военной мощи что? Много не бывает. Да, просто интересно. Просто интересно, как нам. Мапуче с мощью 30 захватил Ватикан. Ну так я говорю, у меня коня смыло поймой. Там их было два, а в итоге остался жив один. Чапаев. Да, на последних издыханиях добил Габеш. Так. Давайте думать еще по городам. Все-таки, наверное, тут надо ставить. Хотя тут есть... Не знаю, я на море тут не хочу. Я хочу только один морской поставить, пожалуй. Так, давайте попробуем этого скаута завалить. Автократия выше плюс 10% к строительству чудес. Так что, француз, ты на ГГшку собираешься нападать? Или да я собирался на нее нападать, и я, наверное, митл тогда не буду забирать. А, на стены построила, я вижу. Не повезло. Ну, тогда и будет между тобой буферная зона такая. Француз, мы дружбу продлевать будем? Так, строители, да? Плюс один к производству, давайте. Плюс два влияния не хочу, мне просто некуда отправлять, а... Единственную ГГшку, которую нашел Ватикан, ее убили. Пару копеечков в проход поставить. В чем прикол? Твоих коней. Да я со всеми буду дружить. Дайте, наверное, святилище. Какая военка рядом не радует. Да я коней просто так построил, религия. Получается. Что-то как-то рано, блин. Стены. Так, сколько у нас? 5 ходов, оракул. Мне просто драму и поэзию надо ускорить. Как-то. Стрельбу из лука, деньги открыли. Висячие сады. Это хорошо, что висячие сады, а не оракул. Ну, один ход драму и поэзию точно открываем. Так, счастье должно появиться, да. Появилось. Денег на выкуп клет... Блин, мне бы, кстати, камень просто вырубить было бы. Ну, вот этот, где я хочу кампус ставить. И построился бы оракул, я что-то вообще забил на подрубку. Странно, что с континент с Францией разный.
Слушайте, а вот мы тут как бы тусим, а вот там 4 человека, аристократ, мои наркотики, молочко, сметанка и искатель истины, они... Мои наркотики. Они молчат, ничего не говорят вообще. Никто с варварами воюет. Молочком рядом сидим. У нас война с варварами есть. Что у нас как-то места очень мало, у них, видимо, там побольше. Но я уже 7 лагерей зачистил, как бы. 4 зачистил. Что блин, мне это не нравится. Это очень не в тему получилось. И еще 3 в округе осталось. Китаец, так и будешь на моей соли стоять? Тебе там понравилось? На какой соли? А, так я ж лечусь. А ты хочешь ее обработать? Да нет, она обработана. Просто, что оно лечится не быстрее, чем на нейтральной территории. Вечер добрый. Может ли бы кто-нибудь показать свой экран? Интересно просто, что там происходит. Потому что варвары такие себе. План капкан. Давай ты помолчишь. Как тебе такое предложение? Я предложил вам показать, что у вас происходит. А вы не очень-то разговорчивы. Так, ну у меня тут проблемка вырисовалась. Сейчас он будет за мной бегать. Это очень... Ну это хреново. Так, он обстрелять не может пока. Но я не могу город поставить. В этом минус очень большой. Просто огромнейший. Нету смысла уже идти обрабатывать, я не успею. Так, сколько стоит следующий посел? 115. Священные места я правильно стою? Да, это я, конечно... Тут надо будет... Так, драму и поэзию давайте отложим. Принял. Хорошо, спасибо. Тут надо будет... Блин, дуболома, видимо, в Чэнду. В общем, Мапучи, ты прогоняешь моего дуболома, да? Типа, уходи. Мне не нравится, что ты там стоишь. Ну, напрягает немного. Мало ли там, дружба закончится. Можно клетку пограбить. Да, оно того стоит, несомненно. О, уже тут поставил шотландец. Ну, значит, мне, видите, выше придется ставить. Уже на автомат поставлю. У испанца, кстати, территория еще хуже, чем... У меня нормальная территория. Плохая у испанца территория, мне кажется. Я тут так и не решил, куда мне этого рабочего отправить. Убери, пожалуйста, своих всадников возле вулкана. Так, а как у нас тут по религиям? 12, 12. Да, но у меня-то побольше, конечно, капает. Франция.
Ну смотри, я хотел типа здесь где-то город поставить вообще. Но я уже привел поселенца, как бы, вообще-то. Поселенец с прачником не такой веский аргумент против коня. У нас дружба. Все равны. Ну, то есть поставишь там, типа, то но. Кстати, вот еще хотел спросить у вас по поводу правил. Можно ли клетки в дружбе блокировать? Ну, на нейтральной территории, да. А если ты, например, в союзе с человеком, он нападает на другого, и ты приходишь туда, блокируешь клетки, чтобы он, типа, его не захватил, то нет. Ну, то есть на нейтральной можно. Хорошо, понял. Ну, конечно, ну, если ты не хочешь, чтобы там кто-то город ставил. Нейтральная, на то она и нейтральная. Блин, ну не знаю. Ладно, давайте этот камень обработаем. Ну, вообще мало. Просто ты привел, ну смотри, за сколько клеток просто. Если ты хотя бы там еще какой-то буферный город поставил, ты сейчас хочешь просто... Должен, по идее, вот эта клетка добавиться. Поставить город не под Колизей, понимаешь? И вот из этой серии. Тогда я предлагаю тебе поставить два города, мой и ты свой. Вот, но чтобы между ними какое-то расстояние. Так, Челиньо, предложение. Ну, типа, желательно, чтобы ты мне там город оставил. Можешь где-нибудь под акведук там южнее поставить. Но это вообще, типа, очень близко ты привел. Блин, ну это вот это очень не в тему у меня получилось. Я не знаю пока, что делать. То есть я сейчас апну лучника, этим подойду пращиков, чтобы он на не... О, отходит. Отлично. И я построил оракул. Отлично. Ну вот здесь поставь я город. Норм. Так, все на самом деле пока очень неплохо. Сейчас я пойду вот сюда пробовать. Вот я поставлю сейчас... Ставить кампус. Как твой ник? Мои наркотики. Ну куда-то сюда вот. Ну куда я хотел поставить, понятно. Так, сколько у нас там еще осталось? У нас карта Пангея стоит. Да. Да. Кто-нибудь шел в Занзибар или Хатусу? Ну ты можешь посмотреть сам. Ну у меня там постой, но никого нет. Так. Спрашивает Хатусу. Давайте наверное святилище. А Египет. Теперь Гоже, драма и поэзия открыла теология, нужна и... обязательно. Ахитотон. Ахитотон, да. Писатели на вход нафиг надо. Строители. Вот чудеса, наверное, можно убрать пока. Для предложения. Так. Создание поселения. Давайте, может, стоимость покупки клеток уменьшим. О, француз уже здесь. Фига себе, я думал, француз подальше будет. Знаете, наверное, монумент. Вообще, мне бы юнитов построить несколько. Пока ученичество, я просто тупо сейчас не решил, куда мне идти. Мне надо где-то коммерческие районы ставить. Наверное, вот сюда. Я бы сюда коммерческий район поставил. Ну, я туда... Только я сейчас начну, наверное, с кампуса все-таки. Хотя тут в зависимости от того, как быстро добежит рабочий. Не должен убить, мне кажется. Да, ну потому что я три города, все еще это очень-очень плохо.
Четвертый уже давно должен был стоять, а он не стоит. Так, святилище здесь есть. Давайте строителя. А как у нас тут с центром коммерции? Ну, кстати, я бы, наверное, сюда поставил. Просто, чтобы соседство было от районов. Потому что этот... он влияет на... Блин, на святилище влияет. Блин, а сюда жалко, потому что холм. Может, лучше сюда тогда поставить? Будет плюс 2. Тут просто для центра коммерции, что плюс 2, что плюс 3, не так важно. Потому что у них плюс 4 хоть что-то дает. Там, типа, очки и вот это вот. Так, а в этом городе как? Еще непонятно с производственными площадями, куда что. На самом деле. Так, ну в этом городе будем покупать. Наверное, на скот надо ставить, мне кажется. А не на. А не на тропические леса. Вот, я же говорил, не убьет. Кстати, я даже апну. И вот так пойдем. Есть монумент. Ну давайте еще рабочего. Потом храм. Как раз камень подрублю. Потому что храм нужен на 5 пищи и веры. Еще. Так, тут на производство переключаемся. Теология открыта. Отлично. Блин. Давайте я... Раз мы... И не могу купить клетку, не хватает. Но мне надо убрать теперь. Мне надо соседство... Священного места ставить, несомненно. 107. Следующим ходом покупаем посела. И дальше... Давайте военную традицию. Как тяжело. Вот это, конечно, тут я сложал. Кстати, тут еще у нас... Ну, нет, здесь не получится нормально. Фигово. То есть тут будет плюс 4. Тут круче кампус, чем здесь. Тут как-то странно геотермалочка находится. Она только на плюс 3 даст. Ну, вообще тут будет плюс 4. Вот из-за этих еще тропических лесов. То есть 2... Один и два тропических леса плюс 4. Но я тогда тропические леса не могу... Тут стабильное плюс 4, понимаете? Ну, конечно, я тут поставлю. Ну, блин... Так, покупаем посела. Как вы думаете, какова вероятность, что он меня захватит? Этот скаут, мне кажется, отсюда, поэтому я не думаю, что он захватит меня. Так, здесь тогда вот это убираем еще. Тут на центр коммерции надо. Я и то могу поставить. Давайте пока кампус. Тут мы ничего не меняем. Да, кавалерия мне не нужна.
Меня вот волнует, что, например, Шотландец куда-нибудь сюда может город поставить и выкупить эти клетки. Я буду с очень грустным лицом сидеть. Тогда. Мапучи хорошо идет. 29-33. Кто-то что-то предложил. Наверное, эти... Какой-то... А, декларация дружбы. Кстати, а у меня еще нету двух мраморов. Ну, слушай, Швета, справа тебе какие-нибудь ГГшки имеются? Справа из ГГшек только Шотландия. Угу. А сверху? Кстати, у кого какие религии? Слушай, ну он не должен, по-моему, прачника захватить. Вот я сейчас очень рискую, честно говоря. Двадцать базовая мощь, а у меня 5. Не, пожалуй, постоим. Давайте обработаю сначала бананы. Пойду там все вырубать. Так, вырубаю лес. Камень. Красивое предприятие там у... Ну, мне на мраморе надо будет предприятие ставить. И, скорее всего... Кстати, не знаю, где еще. Знаете, продолжу строителей пока здесь делать. Святилище завершено. Давайте тоже строителей. Надо мрамор будет обработать. Надеюсь, что он следующий добавляется, да. Так, а что у меня тут не на рост? Тут-то понятно. Фига себе, что у меня уменьшается иудаизм? А кто мне там влияет? Так, так, слушайте, мне придется миссионеров купить, иначе... Иначе мы тут просто без религии сейчас останемся. Чья это религия? Я так не посмотрел. Няш-мяш. Это у нас Испания. Уже 3 города. Храмы и святилища столько же культуры, сколько и веры. Наука. Французский цвет. Ребята, а почему у нас ислам и Испания одинаковые верования? Это нормально вообще? Нет. Кайф. Получается, в одно время взяли религию. Ну, типа, не, ну, то есть, у нас вроде еще 2 там очка осталось за пророк, когда я брал религию. Тем, то есть, не помню уже. Чё ж? Ну, либо это табак, либо... Не, ну, мне надо миссионера. Да, это не бак, просто от синхода взяли и все. Это бак. Ну, это не баг, это просто игра так сделана. Табак, это ошибка, получается. А может сначала лучше центр коммерции? А сколько у меня тут? 12. Ну, мапучи там, конечно. Давай, слушай, давай сначала центр коммерции, не знаю. У меня денег мало. Нет, может, примешь открытые границы? Ну, просто сквозь тебя пройти. Дальше.
А, давай. Бразилия, Америка, посмотрите сделки. Так, давайте-ка игры развлечения сначала откроем, потому что я строительство явно не скоро возьму. Так, мореходство, колесо. Я вообще где-нибудь могу шахту поставить? Ну, вообще, у меня вот железо есть. То есть там шахты надо будет ставить, так? Наверное, в Гуанчжоу надо будет мрамор обрабатывать. А что он дает? Плюс 30% при производстве зданий. Блин, все-таки может лучше в этом, в Чэнду. Мне кажется, тут производство побольше будет. Хотя тут город дофига. С другой стороны. Так и знал, что убьет мне прачника. Танцы, ты дружбу от него очень примешь? Сначала надо Чэнду обратить, потому что он в сторону испанца находится. А Гуанчжоу и так под моим влиянием. Ну, то есть его тоже надо будет обратить, конечно. Так, что мы тут дальше? Пошли вот этот камень, пожалуй, обработаем. Блин, даже с монументальностью еле-еле поселенец идет. Просто еле-еле. Все еще в три города сижу. У испанцев вон 4 уже есть. Так, следующий посел у нас 140. Ну, надо сюда будет везти. Сто 120 сила испанца. Деда, ты прям специально Мадрид не на побережье поставил? Или ты не видел, что там море? Нет, это бот. Я же туда вылетел. А, это бот поставил. Так. Ну, место у него хуже. Вот тут только у него где-то наука будет. Да, я знаю, что у меня способность еще у Хубилая получать озарение и вдохновение за каждый караван к другой цивилизации. Но я пока берегу это дело. Пока нету смысла отправлять, как мне кажется. Так, тут сам он вырастет. Тут растут, все хорошо. Да, Мапуче там летит. Но Мапуче явно поставил... Кампуса? Нет, всего один. А за счет чего он тогда так? У него столько... А, у него, наверное, соседство. У него золотой век, да, и он, скорее всего, взял соседство коммерческих районов. Так, у нас тут заработало святилище. 3 еды. И дома. Так, наконец-то я могу поставить город. Фиг знает сколько лет. Пошли лагерь заберем.
Наверное, пойду уже постепенно. Все, мне вот эти варвары очень не нравятся. Тем более, что тут город где-то надо будет ставить. Ну, у меня вот там я поставлю. Ну, мне кажется, мне надо на озере ставить. Или все-таки на... Блин, ладно, там еще надо решить будет. То есть я поставлю город, апну в лучника и пойду туда потихоньку. Так, центр коммерции. Ну и надо будет... Тут он выкупает клетки. Не выкупает, они, наверное, сами добавляются. Мне надо будет сюда город поставить и выкупить эту клетку. О, Лавенту встретил. Там шотландец протестантизм разносит. Да, слушайте, тут прям и за территорию битва, и за религии будет битва. За все. Мы еще не посмотрели. Ну, ислам и няш-мяш одинаковые абсолютно в протестантизме. Ладно, пока непонятно. О, я заберу лагерь. Хотя минус лучник. Но лагерь нужен был мне для очков эпохи. Очень сильно. Так. 140 следующим ходом покупаем. Блин, надо железо обработать. Ну что, купить эту клетку железа обработать? Дорого. Блин, давайте мы тут дуболома сделаем. Или лучника. Блин, у меня надо же трех лучников как-то. Мешается центр коммерции достроить. Мне надо лучникам все равно надо будет поселенца сопровождать. Хотя тут, наверное, никого не будет. А с испанцем и шотландцем у меня дружба. Так, вот тут, конечно, эти ребята... Неприятно. Еще одно производство на... Я не понимаю, почему это производство-то? А, это Чемамюль. Это этот уникальное улучшение Мапучи. Потому что это фабрика там, знаете, стоит. Так, я могу стены строить, кстати, надо не забывать. Пойдем-ка мы вот сюда к сахару. Кстати, в Лавенту исторические хроники, два кампуса. Вот это, кстати, надо сделать и отправить этого посла именно в Лавенту. Вряд ли ее будут брать, потому что она говняный город и хрен знает где находится. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!